Во время визита президента России Владимира Путина в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь произошел казус. Один из священников попытался поцеловать руку главы государства. Как видно из записи, которая вызвала бурное обсуждение в СМИ, Путин тут же отдернул руку. В интервью журналистам представитель Валаамского монастыря заявил, что игумен Мефодий попытался поцеловать руку Путина в знак признания народом Македонии великого русского народа. Он пояснил, что поцелуй руки характерен для восточного православия. Этот жест обозначает смирение. И в этой традиции не только мирянин целует руку священнику, но и священник мирянину.